извините, вот, что, вот о демократии в России я в своем государстве не могу сказать речь. Я человек, который защищает это государство, и я не могу сказать свою речь. Пожалуйста, отойдите от меня все. Отойдите от меня, пожалуйста. Я не знаю, вот так вот все в России делается. Понимаете, как бы, ну вот. Уважаемые, я хочу договорить, я сказал, я сяду и замолчу. Вы меня перебили на середине, извините меня. У ребят все время выходит на вопрос. Извините, пожалуйста, ну вот. Нет, я не хочу давать, что у меня... Пожалуйста, сядьте. Я так люблю конференции, знаете, это так классно. Анастасия Александровна, сядьте, пожалуйста, на свою речь. Вообще говоря, время на вопросы... Хорошо. Кончилось. Можно тогда? Мы даем вам полминуты, подожди. Полминуты. Извините, а что это вы делаете? Что это вы делаете? А? Скажите спасибо жителям небесного законного оружия. Что это за нападение на гражданина СССР? Глоб 17 ПРО. Да что я говорю? Вы можете сесть во место. Вы все это снимаете, да? Сядьте, пожалуйста. Мне так нравятся граждане Российской Федерации у меня в моей стране. Обалдеть. Вам никто не мешает, у вас еще минуты по регламенту, время пошло, пожалуйста. Извините, если кого-то обидел, ладно? Плевать на то, что произошло, на то, что было, на то, что не вернешь, на то, что случилось. Мы всегда должны смотреть в будущее, а не озираться в прошлое. Это касается не только России, но и Эстонии в том числе. И родители не выбирают, и они такие, какие нам даны на самом деле. Это действительно так и есть. Сегодня мы те, вчера мы еще дети, сегодня мы те, кто мы есть на самом деле, а завтра наше государство и наша Родина – это то, кем мы на самом деле в этот момент уже являемся. Любите, пожалуйста, свою Родину, служите ей, а тот, кто еще не нашел, ищите, а если кому-то не хватает на билет на самолет, чтобы туда вернуться, мы его оплатим. Спасибо вам за внимание.